Эй, друзьяшки, всем здорово! Вы на просторах канала S-Game Street, с вами Рауль. И мы продолжаем проходить Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ну что ж, в прошлой части мы начали игру с уровня Пустоши Северной Каролины, прошли Пентагон, а сейчас нам дают два уровня, Хэптон Роудс и авиабазы Лэнгли. Давайте начнем с Хэптон Роудс. Хэмптон Роудс — еще одна ключевая цель. Захватив этот порт, братство перерезало наши пути снабжения и наладило собственные. Ваша задача — проникнуть на базу, отключить радар и уничтожить войска НОД. В ваше распоряжение поступает лучший спецназовец. Угу. Хорошо. Давайте, погнали. Порт Хэмптон Роудс является одной из крупнейших переволоченных баз НОД в этом регионе. Так, ясно, давайте. Объект атакует. Данные обновлены. Вот как. Поступило сообщение. Уничтожив научный центр НОД, мы лишим их возможности вызова подкреплений. Это у нас... Ну что там опять? Суперсолдат, да? Спецназ ГСБ. Так, что у нас там в разведданных есть нового? Так, значит, спецназ ГСБ. Тактическое руководство спецназа ГСБ. Самое мощное оружие ГСБ не танк или истребитель. Самое мощное наше оружие — это человек. Один спецназовец ГСБ стоит целой армии. Ну, это видно, он прям уложил нескольких людей сразу. Так, что это такое? Ракетчики ГСБ. Инженер. Это все ясно, уже знаем, что это. Ладно. Ну и где они? Погнали. Значит, мы должны уничтожить вот это. Научный центр. Так, где спецназовец? Ага. Я. Погнали. Ага. Объект атакует. Я знаю, как надо. Так, давайте с этой стороны, но здесь есть у него опция прыжок. Ладно, давайте обойдем так и уничтожим их. Красавчик. Все, взрываем. У меня для вас сюрприз. Задание выполнено. Обнаружен противник. Новые области доступны. Ой, ёпперный. Мы не можем подойти ближе, нас атакуют бомбардировщики. Театр. Поступило сообщение. Авиация НОД мешает нам нанести удар с моря. Уничтожьте ангар, чтобы не беспокоили с воздуха. Хорошо. Убью одним ударом. Я знаю, как надо. Давайте перепрыгнем эту часть. Вот сюда. К небесам? Очень хорошая... Побыстрее! Ну ладно. Так скажем. Понял. Опция у него такая. Уже там. Ага. Объект атакует. Ой, ёпперный ты. Врагу крышка. Ну ладно. У меня подход особый. Побыстрее! Давайте ракетчик тоже уничтожим. Понял. Все. Презент не желаете? Давай, 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 взрывай по-быстрому. Хорошо. Ага. Задание выполнено. Понял. Дайте казарму тоже взорвём. Новое задание. Жри землю, гад! Под командованием командира захватите снова Хэмптон Роудс. Угу. Иду. Сейчас сделаем, а все, вот сделаем. Этот мой. Выброска завершена. Пора убираться. Прибыло подкрепление. Сэр, позвольте нам обозначить место бомбардировки. Поступило сообщение. Уничтожьте базу НОД и возьмите штурмом Хэмптон Роудс. Кто на меня? Сначала данные давайте... обновлены. Верно. Уничтожим все войска. Я знаю, как надо. Которые... Верно. Ну, кто первый? Вблизи вообще. Быстро. Ну все, вроде. Зачистили этот иду. Ихний гарнизон. Ну ладно. Так, что у нас там в заданиях?
Одно дополнительное задание и одно основное. Ну и где они? Так, значит, нам дали. Снайперы. 4 ракетчика и 2 снайпера. Еще 3 БТР. Значит, у них база вот идет вот отсюда. Вот это ихняя база. Значит, здесь парадный, походу, у них вход будет. Давайте обойдем со спецназовцем. Перепрыгнем вот сюда и по-быстрому уничтожим здесь все. И отправлю я вот эти войска в парадный вход, чтобы они отвлекли внимание этих боевиков и этого танка. Давайте. Ну, пора за работу. Ну да, приятель, пора Иду. За работу. Уже там. Иду. Ну ладно. Давай, давай. Я знаю, как надо. Опа. Спорю, в этих контейнерах припасы. Давай возьмем контейнер, здесь их не мотоцикл. Ну да, что там опять? Сейчас, подожди-ка. Свободен. А, нет, ты я не знаю, смог. Как надо. Сейчас я его взорву просто. Он не жилет. Все. Блин, здесь еще один даже. Верно. Ладно, давайте по-быстрому сматываемся уже. Ну ладно. Давайте прыгнем сюда. Мы здесь. Повышение. О, все. У вас максимальный ранг, походу. Здесь их много, давайте. Так, в принципе, они мне меня здесь не достают. Давайте отправим все наши силы основные. Слушай мою команду! Ваш на приказ понял. Базу. Слушай мою команду! Мы уже прибыли! Тоже займите вот этот БТР. Много! А, у нас еще четвертый БТР здесь. Что приказов? Из этого... Я не видел, ладно. Когда выступаем? Короче, меньше слов, больше дела, как я говорю. Пошли. Где парковка? Оружие к бою. Уничтожим этот танк. Я. А ты прыгни вот сюда. Высь. Объект атакует. Все, взрывай ты. Весомый аргумент. Так, давай, 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 давай. Уничтожай. Давай, 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 давай. Фух, все. Супер. Всех уничтожили. Я даже не ожидал. Миссия выполнена. Не, нормально, нормально. Победа. Я хороший, я стратег, как видите. За 6 минут 3 секунды. Так, выполните все задания, используя только командос. Ну я же сделал, я же с командосом все уничтожил. Ладно. Кто знает, то напишите в комментариях, как правильно это дополнительное задание выполнить, блин, уже язык заплетается вообще. Ладно. Мелочи. Авиабаза Лэнгли, погнали. В этом регионе НОТ лишили нас поддержки с воздуха. Ее нужно вернуть. На побережье есть наша застава. Поддержите ребят и закрепитесь там. Потом переходите в наступление, а я обеспечу прикрытие с моря. Я себя доверяю. Авиабазы Лэнгли. Войска НОТ захватили все основные авиабазы в этом регионе. Ваша задача — освободить базу Лэнгли, где расположена ставка командования авиации. Сделаем сейчас. Блин, они громят все. Поступило сообщение. Эта база ГСБ — единственный очаг сопротивления в данном районе. Требуется уничтожить войска НОТ и захватить базу. Хорошо. Объект атакует. Занимаем район. Вперед! Впереди враг! Сейчас мы их всех... Бой! Пошлем куда подальше. На линию огня. Ну давайте же! Точки сбора! Так, ты нас иди вычищай ждут. Вот это здание, а то сейчас они уничтожат вообще. Потеряно. Задание выполнено. Доступны Всё. Новые Отряд постройки. Готов. На базу напали.
Спасибо, что вытащили меня из этой мясорубки. Я и не думал, что помощь придет так быстро. Бойцы второго отряда раскиданы по всему городу. Найдите их. Хорошо. Это тоже сделаем. Обнаружен противник. Поступило сообщение. Командир, у нас есть два действующих ангара. Если мы сможем захватить их, истребители-касатка поддержат пехоту с воздуха. Угу, ясно. Устанавливаю видеосвязь. Тревога! НОД атакует наши авиабазы. Отправляйтесь туда немедленно и защитите ключевые постройки. Снайперы ГСБ могут указывать цели для ударов нашей артиллерии. Выберите корабль, щелкните пиктограмму бомбардировки и начнется артобстрел. Новая позиция. Он на мушке. Без промаха. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая, Лёш. Чего? Ты прав. Так, давайте займем. Атакуют. Этот бункер, да. Ремонт. Восстановим все по-быстрому. Сделаем стрелков, чтобы всех их брать нафиг. Стрелки, смирно! Пехота здесь! Стрелки, смирно! Так точно! Так, все. Докладываем! Стрелки, смирно! Делаем побольше стрелков и занимаем вот эти... Занимаем здание! Бункеры. Отряд готов! Стрелки, смирно! Размещаемся здесь! Стрелки, смирно! Мы здесь! Вперед! Объект атакует. Аккуратнее. Так, нам сейчас туда. Надо уничтожить вот эту... Не вопрос. Пушку, мясорубку. Пушка, мясорубка. Потеряно. Так, это что такое? Артиллерийский удар. Укажите цель. Ага, давайте. Значит, это залп по цели... В пределах радиуса обзора снайперов. Значит, мы смогли достать вот эту цель, потому что у нас в здании засел снайпер. Вот как это работает. Так. Давайте сделаем... Не, мы не можем делать снайперов, да, но ничего. Обидно пока что, но ничего. Так. Сделаем... Подготовка. Стрелков. Делаем... Подготовка. Бульдогов. И два БТРа, даже три. Стрелки, смирно! Закрепимся на этой позиции. Новое задание. На западе города находится обогатитель. Захватите его, и вы получите дополнительные ресурсы. Стрелки, смирно! Угу. Так, значит, у нас два дополнительных задания и два основных. Одну я выполнил, сейчас сделаем второе. Бульдог на связи! Стрелки, смирно! Винтовки к бою! Стрелки, смирно! Так, пойдемте с ними. Бульдог на связи! Займем вот это здание. Не, сюда я расположу ракетчиков. Давайте с ними лучше пойдем. Вот в эту сторону. Точки. Здесь бульдог у нас на дополнительное задание. Надо спасти четырех снайперов из второго отряда. Значит, один здесь и один где-то... Ох ты, что это такое? Бульдог на связи! Москиты. Так, давайте. Кого стрелять? Уничтожим их. Шустрее! БТР к бою готов. Делаем потеряно. Ракетчиков. Подготовка. БТР к бою готов. Ух ты! Держать, парни! Может всем, все к бою готовы! Блин, здесь у них засели в здание. Мы лучшие! Вас понял! Может всем, все к бою готовы! Возьмем гранатометчиков. Гранатометчики! Слушать всем! Все к бою готовы! Вот что нам поможет! Зачистим здание. Докладывай! Слушать всем! Все к бою готовы! Отряд готов! А вот этих ракетчиков возьмем и разместим вот... Объект атакует. Первый отряд в это здание. Связи. Ага. Тут безопасно. Вот и наши снайперы. Их тоже разместим вот в это здание. В городе осталось две группы бойцов, командир. Мы лучшие. Угу, ясно, давайте. Занимаем район. С пехотой пойдем. И освободим их. Если у них засели в здание, нам нужны гранатометчики. Давайте сделаем их. Подготовка. Как раз БТР тоже у нас есть. Объект атакуют. Этих отправлю-ка. Потеряно. Военному заводу, гранаты, чтобы восстановились.
Они еще прорываются, блин, офигеть. Гранаты к бою! Есть! Так, пойдем с гранатометчиками. Достань гранату, зачистим. Будет праздник! Здание те. Гранаты к бою! Сделаем эти дополнительные задания, а потом уже пойдем на основное. И пока. Подготовка. Делаем бульдогов, опять же, объект БТР. Атакуют. Собираем армию наступательную. Бей врага! Бульдог на связи! Так. Марш, марш! Пойдем далее зачищать. Ты прав. Район. Идем. Бульдог на связи. Обнаружен противник. Вижу. Они недостаточно там. Средств. Достань гранату, будет праздник. Угу. Выбьем их. Второе тоже здание. Начистим, и будет праздник. Объект атакует. Все. Марш, марш. Давайте в эту сторону тоже посмотрим. Ага. Так и ожидал. Живых не будет. Бульдог на связи. Так где мои стрелки? Вот они. Винтовки к бою. Отправлю их сюда. Будьте осторожны, здесь полно нодов. Бульдог на связи. Ой, ёпферный насос. Опять эти москиты пришли. Их не самолеты. Потеряно. В городе осталась одна группа бойцов. Не вопрос. Объект атакуют. Чего? Все, здесь чисто. Нам туда. Давайте займем. Идем. Марш, марш. Вот эти здания. Сделаем одного инженера. Подготовка. Чтобы захватить вот обогатитель. Приостановлено. Отмена. Приостановлено. Хорошо, когда свои рядом. Задание выполнено. Обнаружен противник. Данные обновлены. Так, все. Давайте возьмем нашу технику. Где они? Бульдоговы. Пойдем. Вперед! Уничтожим вот эти пушки ихние, а то они мне мешают. Прибавь. Да? Объект атакует. Победи. Можно пока что расслабиться. Мы их сделаем. Там! Давайте! Взорвем их! На охоту! Убьем! Так, давайте второй тоже. Все. Уничтожим вот эту пушку тоже. Было сообщение. Данный район контролирует крупная база нот на северо-западе. Она хорошо защищена от наземных войск. Блин. Ясно. Объект атакуют. Здесь враг. Убьем. В клочья. Потеряно. Все, давайте возвратимся. Вперед. В тыл. Прибавь. Что там у нас здесь, как дела? Нормально пока что? Я разберусь. Так, пусть инженер захватит обогатитель. Считайте оно наше. А вот этих парней... Проверил чеку. Так, тихо, это у них здесь патруль, походу, да. Мы здесь! Команда в сборе. Этих я направлю вот в это здание. Здесь и засядем. Чтобы... захватили вот отсюда. Такс. Готов. Бульдогов отправим к военному заводу. Объект вперед. Атакуют. Пусть восстановится. Мы лучшие. Ну и этих давайте отправим вот в это здание. Тут и встанем. Оу, давайте. Укажите цель. Ударим сюда. Сейчас уничтожат, блин. Оба. Красавцы. Чики, красавцы, блин. Блин, если постройка так пойдет, захвачено. То задание выполнено. Объект атакует. Так, давайте лучше захватить вот это здание. Потеряно. Укажите цель. Так, ладно. Давайте уже пойдем на наступление. Только я сделаю еще чуть-чуть бульдогов. Подготовка. БТРов. Делаем ракетчиков, подготовка. Гранатометчиков. Бульдог на связи. Чтобы они засели. Командир, в БТРы. Слушать всем! Все к бою готовы! Винтовки к бою! Так, ты иди. Слушать бульдог всем! На все связи. К бою готовы! Куда-то вот слушать сюда всем, займу вот готовы. Это здание. Бульдог на связи. А вот этих, опять же, я предохраняю. Соседнее здание. Укрытие.
А то эти здания сейчас разрушат вообще. Бульдог на связи! Гранаты к бою! Куда кидаем? Отправим войска в батарею. Бульдог на связи! Внимание! Гранаты к бою! Чего? Бульдог на связи! Идем! Давайте отправим гранатометчика на разведку. Гранаты к бою! БТР к бою готов. Недостаточно средств. БТР к бою готов. Гранаты к бою! Мы здесь! Угу. Здесь есть войска. Вот так! Атакуют. Давайте займем здание здесь. Угу. Даже патруль здесь есть. Давайте. Укажите цель. Уничтожим их. Могу достать. А, не, это же. С эти. Гранатометчики. Ладно, ничего. БТР к бою готов. Страшно связи. Куда кидаем? Ты прав. Проверил чеку. Пуск готов! БТР к бою готов. Вперед! Все, пойдем уже на удар. Страшно связи. Пошли. В дороге. БТР Погнали. К бою готов. Гранаты к бою! Пусть все соберутся. Нас не ждут. Вперед! Жду приказов. Еще три здесь. Держись. Ага. Заметили? Скотины. Вот так-то. Страшно связи. Все. По дороге. Вам не жить. Выдвигаемся. Объект атакует. Вот здесь их самолеты стали. Выдвигаемся. Враг там. Вижу цель. Где парковка? По дороге. Все, занимаем эти авиастанции. Штурм готов. Оружие к бою. Враг там! Уничтожим! Покажем им! Враг там! Все. Вам удалось захватить авиабазы. Блестящая операция. Теперь истребители «Касатка» в наших руках. Они помогут захватить базу «Нот». Спасибо, что нашли место для посадки. Горючее почти кончилось. Супер. Отряд «Череп», прикройте наших при захвате авиабазы. Данные обновлены. Давайте зайдем в разведданные. Значит, захват здания. Это ясно. Вызов транспортника. При наличии авиабазы многие из ваших солдат и водителей техники получат возможность вызвать на поле боя транспортник. Для получения вызова в указанную точку вылетает стандартный транспортник Грифон. Полезно. Поиск контейнеров. Ну, про контейнеры я уже знаю. Там дают нам жизни, повышение и деньги, да, походу. Хорошо. Командир, вы захватили авиабазу. Доступна способность вызов транспортника. Внимание! Вызов транспортника доступен для всей вашей пехоты и большей части боевой техники. Давайте. Вызов транспортника помогает войскам преодолевать препятствия. Давайте попробуем. Командир! Вот оно. Опция вызов транспортника. Оно стоит 500. Давайте так выражусь. Долларов. Давайте вызовем. Ложусь на курс. Не, это, друзья, супер. Например, здесь какая-то преграда, я не могу там пройти. Полет готов. С транспортником я могу. Осторожнее. Спокойно. Залежи тебе выработаны. Преодолеть препятствия и, например, курс принят. Высадить где-то здесь, да? Сделать высадку. Готовимся к высадке. Как там погодка? Все, супер. Ладно, давайте не будем тянуть кота за яйца и... Что дальше? Пойдем бомбить ихнюю основную базу. В полете. Сейчас обнаружена база врага. Уничтожим их всех нафиг. Цель захвачена. Иду на цель. Начинаю атаку. Давайте добьем. Есть, сэр. А знаете, в принципе, можно пойти на прорыв. Жду приказов. Сухопутными войсками.
Только я боюсь эти, блин, сволочи. Ладно. Страшно связи. Не будем заморачиваться и пойдем. Держись. К штурму готовься. Прорвемся с той стороны. Объект атакуют. Обнаружена база врага. Куда лететь? Да, тихо, пошли вот сюда. Система в норме. Вижу цель. Добьем кран их ней. Командир. Выдвигайся. Вижу цель. Так, уничтожим эту лазерную пушку их нее. Уничтожим. Где парковка? Ну все, вроде прорвались сейчас. Давайте бомбить цель, военный завод. Слушаю вас. Объект атакует. Так, второй. Да. Авиаотряд. Давайте вы тоже. На перехват. Добейте. Наше дело. И мы победим. Ну не, они, блин, и правда у них здесь гарнизон сухопутно хорошо охраняется. Задание выполнено. Уничтожили всех наших танков. Ну все. Миссия выполнена. Победа. Как же я люблю этот момент. Пятнадцать минут 45 секунд. Все, давайте. Штаб ГСБ, Вашингтон, округ Колумбия, синяя зона, С2. Ну что ж, вы прекрасно поработали. Вашингтон снова в безопасности. Да, у нас новый исполнительный директор, Редмонд Бойл, бывший казначей ГСБ. Знаю, что вы подумали, но протокол опять в силе. После гибели Филадельфии Бойл остался старшим по должности, но... Зато он не глуп и разбирается в финансах, а деньги нам сейчас нужны как никогда. Простите, генерал, я хотела предупредить тут к вам... Генерал Грейнджер, Редмонд Бойл, искренне рад знакомству. Спасибо. Это честь для меня. Спасибо, директор. Простите, что не предупредил о визите. Проходил мимо, решил зайти, чтобы лично поблагодарить вас за то, что вы делаете. Благодарите не меня, а нашего командующего. Гордость армии. Такие солдаты, как вы. Ваши победы вдохновляют всех нас. Но почивать на лаврах еще рано. Пока мы просто вернули себе то, что принадлежало нам прежде. Братство Нот хочет войны, оно ее получит. Мы сотрем их с лица земли раз и навсегда. Но сначала главное. Совершите начатое, друг мой. Возьмите город под контроль. Покажем миру, что ветер переменился. Угу. Неплохо звучит. Опа. Белый дом. Неплохо, неплохо. Ну что ж. Сладкое оставим на потом. В следующей серии. Ну что ж, друзья, думаю, вам понравилось. Это наша серия. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пишите обязательно комментарии. Всем удачи. Всем пока-пока.